Парадом развернув мои страницы войска, я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят, свинцово тяжело, готовы к смерти, к бессмертной славе. Поэмы замерли к жерлу, прижав жерло на цельных, зияющих заглавий. Владимир Маяковский, как никто другой, умел жечь глаголом. Прямолинейно, остро, неравнодушно. Но не только этим обусловлен выбор Савелия. Желание утешить свое самолюбие – это самое первое, не буду таить. Все актеры такие, надеюсь. Также это как возможность выплеснуть всю свою злость. Откуда у тебя злость? Я 11-классник, я сдаю ЕГЭ. Не знала она, что значит любить, быть любимой, страдать. Она никогда не плачет, ведь на жизни ее печать. А вот Данила приехал поделиться лирикой собственного сочинения. Говорит, денежный приз вовсе не главное. Я несколько лет занимаюсь написанием стихов, и вот решил попробовать себя в каком-либо конкурсе. Планирую связать свою жизнь с литературой, в принципе. А точнее? Точнее, стать писателем. Мечта. В жанрах конкурсанты не скованы. Проза, стихи, отрывки произведений, даже пародия. Русской пищи, русской, да. Картошки и все, что быстро пошло, да. Да. Все, я пошел в Зюганин в футбол играть. Да, пока. Главная цель ежегодного конкурса – отыскать таланты и помочь пламени в их сердцах разгореться. Он проводится в память о белгородской артистке, заслуженном работнике культуры Раисе Бабкиной. Своим жизненным примером она вдохновляла на творчество. Я видела Раису Георгиевну, видела, как она относилась к ребятам, что она была очень светлый, добрый, душевный человек. Я видела ее на сцене, она была потрясающей ведущей, она была актриса. Она, от нее исходил какой-то свет и просто потрясающая энергия. В программе заявлено 76 участников. Среди них и любители, и воспитанники учреждений культуры. В этом году конкурс вышел за рамки области и даже страны. Поделиться своим творчеством приехали конкурсанты из Луганской академии культуры и искусств. Режиссеров любишь? Все, я режиссер. Ну дай, ну дай руку, ну дай. Ну вот, если дашь руку, поедешь со мной на кинофестиваль в Рио-де-Жетомир. Это огромная возможность посмотреть на людей и показать себя в какой-то мере. Но так же, как мы еще учимся в творческой специальности, и нам любой багаж новых знаний, нового опыта не помешает. Одни пришли за опытом, другие проверить свои силы. Но всех их объединяет одно – любовь к творчеству, которую и проповедует конкурс «Время, как звезды, сердца зажигать». Глеб Дудкин, Евгений Титов. Такой день на Мире Белогорья.